Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новое обновление под номером 16, а также про новый летний сезон, который продлится с 22 по 29 ноября. Самая главная и самая интересная новость 17-го обновления появятся машины марки Toyota. Ждать осталось примерно месяц, но я пока расскажу, какие новые автомобили добавили в игру. С обновлением под номером 16 в игре появились такие автомобили, как Ferrari 488 со звучным названием, Ferrari 512S, ATC GT 2018 года и Lamborghini Diablo GTR. Также в игру было добавлено улучшение субтитров, пара новых ремиксов заездов и в мультиплеер теперь ввели небольшие ограничения по автомобилям. С обновлением все, теперь я расскажу вам про новый сезон, а также про новую серию сезонов. Для прохождения серии сезонов на 100% вам необходимо пройти каждый сезон, а также заново пройти соперника месяца и квалификацию в ранговых гонках. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете костюм «Зеленый человек», а за прохождение на 80% – Ford Crown Victoria. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Lamborghini Aventador, а за прохождение на 80% – Ferrari 250 TR. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в суперспринте в Коцуолте вы получаете KTM X-Bow GT4. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевом кроссе на горной ферме вы получаете Honda Civic 4 года. За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном суперспринте в Гриндейле вы получаете новую Ferrari 488. И за первое место в чемпионате летних игр вы получаете Honda Prelude. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется «Пенинская тропа». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 298 км в час. Здесь вам понадобится быстрый автомобиль с хорошим управлением. Но в участок заезжать лучше сверху. Я прошел это испытание на Lotus 311. Следующая выходка называется «Коцуолтс». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 346 км в час. Здесь вам понадобится нечто действительно быстрое. Я прошел это испытание на Porsche 911 GT1. Последняя выходка называется «Открытый утес». Это знак «Опасно», в котором вам необходимо набрать 305 метров. Здесь подойдет быстрый автомобиль, главное заехать правильно на этот трамплин. Я прошел эту выходку на экстремальном внедорожнике RG Anderson. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Вышел на маршрут». Для его выполнения вам понадобятся автомобили категории «Грузовики». И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Тяжеловес». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику обмен краской 10 раз. Вам необходимо легко касаться проезжающих автомобилей. Следующее испытание называется «Размер имеет значение». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику крах 10 раз. Для выполнения этой техники вам необходимо поразбивать что-нибудь вокруг. Последнее испытание называется «Дальнобойщик». Для его выполнения вам понадобится заезд шоссейной серии «Голиаф». Но необходимо вам выиграть этот заезд. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарный гудок «Резиновая уточка» и эпическую куртку-бомбер «Единорог», а также легендарный автомобиль Aston Martin Vulcan за 500 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это легендарная Ferrari FXXK за 600 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!